Идущий на профит, приветствую тебя. Привет, друзья, дамы и господа, рад вас видеть. Лайки, подписочки, колокольчики. Нажимаем, 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 начинаем. Сегодня 10 декабря, давайте смотреть, что у нас по биткоину, криптовалютам. Итак, на CME мы торгуемся, остановили торги на 44 900, по тем же отметкам, скорее всего, и откроемся. Поэтому заброс наверх, я думаю, что очевиден. Продавца как такового нету, диапазона как такового нету. Вышли из большого диапазона в 40 дней наверх неожиданно. Брать текущие какие-то сделки такой себе. Ну, ждать какой-то на торговке диапазона. То есть зажимы тут, ну, не знаю, вот это вот вряд ли зажим. Потому что наверняка будет сначала прокол, но не ниже вот этой вот структуры. И какой-то диапазон, не знаю, слушайте, сложно сказать, нужно побольше наторговаться, очень маленький на часовичках это все, весь этот движ. Тем более кульминации как таковой еще не было, ну поэтому вряд ли я пока не буду это чертить, потому что подольше бы здесь поторговаться. По поводу лимиток вообще сильно поджимает достаточно на фьючах. То есть снизу лимитки разместили, сверху 45 тысяч. Ну тоже сквирайтинг заброс на выше. Выше. На споте даже лимитками давит, нифига себе снизу. Вот. По поводу ставок, конечно, вообще только на UZT. Какие-то перегретые ставки к токену маржинальному ничего. Даже тут моментом показывал, прострелили отрицательной ставкой. То есть к битку вообще все в порядке. Касаемо евро тоже 0.1. Ну тут вот была небольшое закрытие отрицательное, потом положительное, ну и так 0.1. То есть каких-то интересных разворотных моментов вообще практически нету. Поэтому чисто жду диапазон какой-то пошире. С постоянными забросами выше. Вот. Что еще? Привет, благодарю за гамблеры двор, стреляй в упор. Можешь сказать свой топ монет. Блин, ну смотри, есть разные монеты. Вот есть, например, VAX, который реально может X3 дать. Прямо из текущих. Если вот так вот посмотреть, что-то такое. А есть, например, Litecoin. Есть Litecoin. Есть ТВТ и другие альты, которые выглядят, ну, реально на зажим. Но тут действительно зажимают цену. Может, конечно, тут через перехай это все будет, не знаю. Но вот на лайткоине, например, ощущение... Ну, да, может быть, тут пологий хай, ну, то есть два хая к ряду. Поэтому может, конечно, сначала вот такое вот, и потом пробой на 18. И на ТВТ, ну, идентично. То есть, блин, большой шанс, что где-то 0.17 окажемся когда-нибудь. Ну, опасно, тут перераспределяют просто это все. Зажимают цену с какого уже? С 20-го года. Почти. Ну, с 21-го, январь 21-го года. И все те же цены. То есть были, как в апреле 21-го года, цена 1.2, так и сейчас 1.2. И просто какой-то большой диапазон. Я не знаю, накопление ли это. Не очень похоже. Так, вот, поэтому... Ну, есть и топ-монет, которые интересные. Я не буду о них говорить. Потому что что-то я как публично что-нибудь скажу, руинится сразу. Так, пора зайти в шорт по двойной силе. Ну, заходи, я никому не мешаю. Так, я в шорте до сих пор. Ну, я не знаю, я для себя принял решение не брать пока никаких шортов. Продавца нету. Надо опять же, прихожу к мысли к такой, что шортить надо после того, как очень сильные продажи прошлись. Так, что думаешь по USDT? Зажим пробили. Касаемо USDT. Но остановку сложно предполагать, я, конечно, думал, через кульминацию здесь это все сделают. Но первая остановка 5.96, потом просто 5. Ну, я думаю, что и 3.79 вполне реально. Сейчас так вот визуально чисто. Привет, вчера увидел на Binance биток доллара США, там на 5 минут сквиз вплоть до 40, можно набирать шорты. Да, слушай, я не думаю, что это... Я смотрю, когда сквизы... нападение, то есть когда, как сказать, удар по стакану идет. Ты, гэмблер, шорт убыток, лонг сбил, пора что-то менять. Ну, если тебе надо, что-то меняй. Давай так, я тебе не советую ничего, и ты мне давай ничего не советуй. Не задумывайся о том, что основную торговлю ведут биржи своими ботами. Так, как только челики. Да не, мне далека вот эта вот штука, что комьюнити... Понимаешь, ну,
какой объем рынка, какой объем биткоина, торгов и какой объем какого-то комьюнити. Ну да, вот эти гасты, EPS, пампели года 2-3 назад. Но это, блин, лоу-капа. Биток, ты не прав. Ну, блин, я тоже вот в стакане набирал, когда 8 битков, когда это в моменте, да, там дергается стакан. Но ничего такого, чтобы там весь рынок, всю полку сдвинуть. Нет. Так, 35 икоминг. Привет, уважаемые. Вот если отбросить настроение, чистый анализ, да, есть шанс на откат хотя бы на 20к. Шанс есть на все. То, что биткоины 60 будет, что и 9 тысяч. Абсолютно на все. У меня нет хрустального шара, чтобы сказать, как оно будет на самом деле. Я бы сейчас не занимался вот этими гаданиями, где будет биткоин, это только разгоняет фом. Ну, 30-ка вот, наверное, тест. Интересен был бы, но я так это холодно отношусь. Пока так. Так, UPTUSDT, Litecoin красиво нарисовал, может 1000, а может 19 долларов, либо вверх, либо вниз. Ну а что я тебе сделал? Вот, ну, так же, как и USDT, то есть там видно, что зажимали цену. Цена рано или поздно бы пришла на 5,8. Ну вот как я тебе могу предположить? Вот тут два равных хая. Да, их могут вынести. И, ну, так как они равные, равные чаще выносят. И плюс кульминация, если вот по такому зажиму, то 0,618,05. Ну не было кульминации, но вы сделали цель. Понимаешь, ты вот такие, как ты, которые ищут конкретно что-то. Как мне вот многие пишут: у тебя есть випка, давай мы купим твою випку. Я говорю, у меня нету випки. Они, ну ладно, идут, где-то покупают випку, их там наебывают, они через 2-3 месяца выходят недовольные, потому что им четко и твердо сказали, как правильно инвестировать. Они там инвестировали и въебались, а потом ищут новых, так скажем, новый себе аквариум, где им скажут, как правильно жить. Рынок — это не как сковородка в Советском Союзе, где написано, что она 48 копеек, и цены не двигаются, они просто вот так вот, да, идут вверх. Такого не может быть. Рынок — это всегда волатильность. Прошел мимо нас, шортил. Рынок был ран, и такой хейт говорит, что пора вниз. Да, что даже не полшортика не будешь. Даже половиночку, даже милипусечку. Шорт, шорт, шорт. Да, пора прекращать читать комментарии. Лайки, подписчики, колокольчики. До новых встреч, да пребудет с вами прибыль, пока.